Шакса — это его поддержка, поддержка его и его семьи. Потому что им сейчас всем очень тяжело. Еще раз. Так, деньгами. Кто? Где Катька? Кто видел Катьку? Катьку много? Помнишь? Если это действительно... Так все видно? Видно. Можно смело опускать. Что мы хотим поддержать Дениса Синякова, который был, на наш взгляд, несправедливо подозреваем в совершении преступлений. И мы считаем, что никакого преступления не было. Николай, скажи. Да было, было. Привет. Давайте всех тогда запретим все снимать. Ну, я вышел, чтобы поддержать. Но он, как говорят, на его месте мог оказаться любой. Девушка синяя. Идите, пожалуйста. Вот снимающих, да? Таких вот. Это важно, потому что на это надо обратить внимание. Потому что я считаю, то, что у нас делается в нашей политике по геологоразведке в Арктике, это не есть очень хорошо. Потому что при современных технологиях это очень опасно не только для нашей страны, но и для всей всего человечества. Это должно освещать фотокорреспондента в первую очередь. И то, что задержали Дениса, может быть, с юридической точки зрения, это и правильно, но по-человечески он выполнял свой профессиональный долг. Поэтому я здесь, и студенты мои здесь тоже. Я хочу научить, чтобы каждый имел свою точку зрения. И эта точка зрения была видна в каждом кадре. Чтобы он не пел под чью-то дудочку.